Знаешь, что между нами общего? Независимо от того, в каком баре кипит работа. Создаем мы что-то авторское и новое. Придумываем интересную подачу или просто отдаем рядовые заказы. Работаем в коктейльных барах или клубах. В любом случае мы создаем настроение гостей. В разное время суток, от Владивостока до Калининграда, мы даем людям то, чего они хотят. Даже если они порой еще этого не понимают. Мы дарим им эмоции, мы дарим им воспоминания. Но сегодня наш праздник. Сегодня ты бармен. И сегодня твой день. Дорогие друзья, дорогие коллеги, леди, джентльмены, мальчики, девочки, бабушки, дедушки. Поздравляю всех с праздником. Поздравляю вас с Днем бармена. Ну что может пожелать бармен бармену? Конечно же, хорошего настроения. Светлых идей, замечательных смен. Адекватного руководства, адекватных гостей. Бесконечного желания развиваться. Бодрости духа в нашем нелегком труде. И железных нервов и огромного терпения. Море счастья, любви, удачи. Все, что вам надо, у вас уже есть. Главное, приложить к этому голову. И тогда у вас все будет круто. Хочется поздравить не только барменов, но и наших замечательных девушек, бар-леди. Девушки, спасибо вам огромное за то, что вы выбираете эту профессию, этот стиль жизни. Девчата, гоу в профессию. Это очень круто. Вокруг одни мужчины. Всем чаюхи побольше. И крутых вечеринок. Пейте, продавайте, наливайте, удивляйте. Как сказал герой Том Круза, мы элита рабочего класса. Всего наилучшего, больших успехов. Также щедрых и пьющих гостей. И, ребята, растите профессионально, не стойте на месте. Чтобы все мы жили большой дружной семьей, независимо от того, в каком мы городе находимся, где мы с вами встречаемся и на каких бы чемпионатах и конкурсах мы с вами не виделись бы. И чтобы все ваши хочу сбывались. С праздничком. Всем барменам России. От барменов города Тверь. И от проекта Daily Bartender.